Майкл Берг, стать подобным противник, Богу, из чего сделана смерть, противник, из чего сделана смерть. Один из его главных союзников, принцип физического бытия, именуемый разрывом между причиной и следствием. Нет следствия без причины. Нет следствия без причины. Не было разлива, так же как нет и следствия. Если бы немедленно видели результаты своих действий, нам бы сразу нет стало ясно, что надо делать. Без причины, так но же как нет причины без следствия. Воспекает стену с неба ты между нашими эгоистичными поступками причиной и следствием, если бы мы непременно видели результаты. Однажды утром мы сердимся на кого-то по работе. Стало ясно, что нам через две недели мы просыпаемся в плохом настроении и спрашиваем себя, почему. Таким уж я уродился, говорим мы. Я просто несчастливый человек, выпивая больной спросок. И мы просто не осознаемся между эгоистическими поступками и надвигающейся тьмой. Сегодня. И надвигающейся тьмой. Время отнюдь не лечит. Утром все мы сердимся на кого-то. На кого-то. Мы поняли, на работе. Ничего серьезного. Через две недели мы просыпаемся в плохом настроении и спрашиваем себя, почему таким уж я родился, говорим мы. Я просто несчастливый человек. Выпью-ка я двойной эспрессо. И мы просто не осознаем свой повлиять на эти последствия. Эгоистическим мастью поступком две недели назад и негативным результатом между нашими поступками и результатами. Нам станет легче измениться, понять эту связь, значит не лечит и справиться, значит обрести оно силу. Просто скрывает и не боится нашей силы, потом он убеждает нас, что мы сильны. Поступок противоположный желанием встречается ангел. На что ты спрашиваешь о неминуемом? Мы должны бороться за ясность и понимание. Мы бы поняли, что у всего, что мы делаем, есть последствия. Это так же верно, как дважды два четыре. И что в наших силах повлиять на эти последствия. Чтобы стать подобными Богу, мы обретаем воспряли ото сна. Вот мы что бы поставлено на карту, что у всего, что мы делаем, есть оплачиваемого отпуска. А это так же
победа, как дважды два, четыре. И чтоб в наших силах повлиять на эти последствия. На эти последствия. Сколько было побед, мы не одержали, они не пол. Отдыхать о невозможной страшной. Наших силах быть противными, а не реагировать. Как только мы поймем связь между нашими поступками и их результатами, нам станет легче измениться, измениться, понять эту связь, значит, исправиться.